Всем привет, мои дорогие подписчики. Сегодня у нас такая вот посылочка из Китая. У нас не зря находится вот эта вот селфи-палочка. Здесь у нас находится тоже селфи-палочка, только чуть-чуть круче. Она у нас с кнопочкой вот этой вот. Едет к нам, точнее, давайте вот такой вот спойлер я вам сделаю. Вот такой вот монопод. Он намного круче, чем вот эти вот моноподы. И пока я сделаю только распаковку вот этого вот монопода и вот этого в другом видео, также нам едет крутой, совсем там крутой монопод с Banggood, где есть клавиши увеличения картинки, где можно менять камеру, там вообще очень крутой монопод. И вот я распакую, в дальнейшем уже в другом видео я сделаю, так сказать, свое мнение обо всех этих моноподах и расскажу, какой для каких целей может быть нужен. Также здесь есть вот такая вот подставочка под телефончики. Больше здесь ничего нет. Ну что, вот такая вот селфи-палочка, самая дешевая. Кстати, она отличается вот от этой немножечко. Здесь вы видите, округлена. И здесь вот, как я понимаю, нету разъема под башмак, под штатив. Или как-то это у нас дело снимается. А так, в принципе, достаточно они похожие. Ну, не похожие, то один и тот же, можно сказать, монопод. Только здесь есть вот такая вот клавиша. Пашке с канала Goods from China он уже приходил, и у него на айфоне он не заработал. Так что, если у вас iPhone, то наверное, все-таки или придется рискнуть и заказать, или что-то типа этого. Давайте засунем телефон, посмотрим, работает ли вообще это у нас вещь. Думаю, минус этого штатива вы все знаете. Он вот так вот прогибается и прокручивается тоже. Так как все-таки, видите, никакой здесь опоры нет. И даже телефон он не всегда может удержать. Давайте подключим его в разъем для наушников. Так, давайте включим камеру. Надеюсь, у нас сейчас задняя включится. Да, включилась задняя. И давайте попробуем нажать клавишу. Так, закроем его. Да, фотографию делает. То есть вот. И вот все это у нас делается. В принципе, такая вот прикольненькая селфи-палочка. Да, вот видите. В принципе, можно подтянуть еще. Да, но все равно она у нас вот так вот прокручивается. Особенно если ее вот даже что-то хрустит тут уже. Особенно если вытянуть его полностью. Ну что, вот такая вот селфи-палочка из Китая. Самая дешевая, которую я нашел. Это она там вообще копейки. Так что если вы ищете какую-нибудь такую прям дешевую селфи-палочку. Также она, кстати, у нас ржавеет. Да, прям такие минусы я все назвал. А плюсы, ну, плюсы вы сами знаете, это цена. Ну что, вот такая вот селфи-палочка. Если вам понравилось это видео, то поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на канал. Всем пока!